Zəngəzurda yaşayan erməni azərbaycanlılarla bağlı maraqlı etiraf edib. Turist bir rus vətəndaşı ilə söhbət edən erməni kişi Naxçıvanlı sərhəd erməni kəndlərində azərbaycanlıların olduğunu bildirib. Videodan da göründüyü kimi yaşlı erməni dağlıq bölgənin çox təhlükəli olduğunu söyləyir. Həmin ərazilərdə gecələr azərbaycanlılar gəzir, onlar gəlib qəbirləri gül qoyurlar. Biz isə burada kətdə yatırıq, güya bura bizim torpaqlardır, amma onlar bölgəni bizdən daha yaxşı tanıyır. Azərbaycanlılar daim o dağlıq ərazilərdə olurlar və bu bizim üçün çox təhlükəlidir, deyə erməni kişi bildirib. Там коровы, овцы, большим, большим хором привезли они, ну, 2000 или больше. И несколько убили, остался один шаман. Шаман его сказал, мне не убивайте. Вы еще раз пустите мне, я еще привезу сколько табуна. Вы можете, если мне живой остается, вы можете увезти опять такую, я привезу. И обманывал. Пошел и им сказал, что так, 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 как я тебе объяснил. Армяне напали, все увезли. Сейчас я им просил, мне пустили, что обратно увезли такой табан, что они тоже увезли. Назначили время, через два дня я привезу. Они уже уверены были, что он привез. Издалека видно, что привез табан, сейчас они будут привезти, и богат останется. Оказывается, с ним было полк. 10-15 человек с ружьем. Их убивали там. И дроби остались там, не дали. А потом через правительство там оттуда привезли. Вот такие сделали. За этого они всегда сидят. Их на территории. Знаете, не будут узнавать, что русский корреспондент. Можешь как-нибудь. Они думают, что здесь должен быть армянин. И на засаде везде сидят. И украдут, увезут. И убьют. Здесь очень здорово, опасное место. Вот оттуда в горы поднимешься, да? Наверное, 2 километра. И они привыкли здесь. Они даже ночью идут из могилы, да, они света поставят и уходят. А мы здесь спим. Вроде бы наша земля. И поставят что они? Поставят... Ну, кладбище. А, кладбище. Кладбище, да. А кладбище остались, не разрушенные? Есть разрушенные, есть такое, что осталось.